Это дом Уильяма и Ким Куксон. Уильям решил его перекрасить, но едва начав, он узнал, что его подразделение Национальной гвардии штата Канзас получило приказ отправиться в Кувейт. И когда в отделе по связям с армией города Салина узнали о незаконченной покраске дома, начатой солдатам, они предложили студентам местного технического колледжа собрать желающих помочь семье Куксон. Студент Остин Вокман, маляр-доброволец, считает, что это очень правильное дело. Эти молодые парни и девушки, которые жертвуют своей свободой и временем, чтобы защищать наши права, и мы решили отблагодарить их и покрасить их дома. Стефани Джон Хайнс, руководитель факультета технического колледжа в Салина, считает, что добровольная работа готовит студентов к жизни после окончания обучения. Мы хотим, чтобы они получили профессиональную подготовку, научились распоряжаться своим временем, расширили кругозор, но также стали членами общества, готовыми оказывать помощь другим. Еду для волонтеров-маляров, а также краску и инструменты привезли сюда представители малого бизнеса города Салинас. Все ребята, которые пришли сюда поработать, являются участниками программы «Навыки США». Цель программы – улучшить технические навыки студентов. У нас студентов не очень много денег, но много времени. И когда они вернутся в класс, они сделают это с чувством выполненного долга.